Я электрик по жизни простой, и не раз на Лефембре высоте залезал я за свежей искрой. Шел по миру в резиновых ботиках, от ампера я вольт разделял. Плоскогубцами ток пассати жевал, в кипятильник тепло поставлял. Я от женщин себя воздерживал, от мужчин меня Бог воздержал. Спасибо, я в цепи электроны задерживал. Дядя Ток на меня кричал: «Таратам, там, тарам, там, тарам, бабам». Ё-моё! И, да, с этого места. Секунду. Суки авторы. Мои руки рубили, гладили, когда я повреждался в уме. А поганые птицы гадили в трансформатор, как в душу мне. 120 на 80, продолжаем и... Замечательные ощущения, когда ток потечет по ноге и закончит свое движение. Или в ботике, или в сапоге. Я-то там, ух ты, суки. Чтобы знать, каково напряжение, провода зажимаю в кулак. 220, глаза вот такие. 380, вот так. Я с собой у зверей запугивал, я выдергивал жало из пчел. Я на танцах буги вугивал, и пускай это здесь ни при чем. А на утро тихонько гудели провода и моя голова. Электричество, дружба, Лефембре, обалденные слова. Нами может Россия гордиться, место вряд ли ты лучше найдешь. Дорогая моя, прости меня, дорогой мой маэстро, валим. Идет и луна, а в округе тишина. Мертвые солнцами вдоль дорог стоят, а где вокруг красных я валят. Мертвые солнцами против царя. Electronic.